две страны, которые отправлялись, ничего не делали. Райхман ушел делать лондонские доки. Он сделал Докленд в Лондоне. А московский бюджет уменьшается, его доходная часть, он худеет. Мы должны финансировать социальные программы, мы должны капитальный ремонт финансировать, жилищное строительство, многие другие вещи, масштабные инвестиционные проекты мы финансировать из бюджета не можем. А корпоративных ресурсов, кредитных ресурсов сейчас свободных нет. Поэтому многие амбициозные стройки мы временно приостанавливаем. Все, что достраивается, все надо достроить. Замораживать проект в конце. Это, так сказать, просто нерентабельно абсолютно экономически. И сама такая консервация, она дорого стоит, потом раз консервирование дорого стоит, большие потери, омертвление капитала. Поэтому то, что достраивается, будет достраиваться.